Ребят, всем добрый вечер. Хочу с вами поделиться отличной новостью. Вы давно просили рассказать вам про новые динамики Russian Bus, которые собраны на гибридных моторах. Значит, в левой двери у меня без изменений пока что установлены Pride Solo V2. С этой дверью я стал чемпионом России. Я взял титул чемпиона России в классе фронт 6 динамиков до пола обшивки. В правой двери у меня сейчас установлены 6 гибридов 16-х и твиттера Neo 37 Kicks Headshot установлены в батонах. Да? Головное устройство все так же без изменений. 910 Alpine в паре с процессором Alpine PXA701, да, или PHA701, короче, как-то так. Что у нас? Новый трек на прослушке. Я вам сейчас отойду и буду примерно... Тём, давай на 14 громкости, не 15, на 14, да. Левую и правую дверь. Я, честно, первый раз сейчас буду слушать, как играет эта дверь и эта дверь. Ну, само собой, левый и правый канал будут немножко другому. Но когда мы будем устраивать битву фронтов, мы обязательно будем подключать их от одного канала. Все, Тём, давай! Пора, мне уже пора. Закончила жара. И побежвигаю я без дневного дня. Погода мерзкая, ветер, но я думаю, все хорошо вам будет слышно. Обманные мечты, развеянный ты. Не плачь, Лиза, ты стала взрослой. Херенно играет. Розник наступил. И тебе уже 16 лет. Прощай, Алиса, пока все звезды. Машин уже не видно, но... И это уже зло. Сразу жизни первый твой рассвет. Первый твой рассвет. Первый твой рассвет. Красная опечатка тела, новая глава, никому не тела. Черкните в комментариях, как слышно, потому что бывает вживую. Мы слышим так, а потом получается так, что оно в реальности по-другому, да, на видео это кажется погромче даже. Перекрыл на весь обзор. Ну я вам сейчас прям поближе включу, прям вот охот динамику посвящу фонариком и вживую. Опыте хоть вливай и вливай, сейчас просто динамики у меня на разминке. Накаси звезды, и летит в окно взрослой жизни первый твой рассвет. Ну, мне кажется, вот левая дверь немножко посочнее играет. Вот так вот показалось, по крайней мере, на этом треке. Напишите, что услышали вы. Ну, те динамики прям абсолютно новые, я их крутил, как говоря, 3 дня назад, и на громкости 1 или 2 ездил, потому что большую часть времени я тарахчу по телефону. Давай еще какой-нибудь трек мазевый, Тём. Еще какой-нибудь трек? Да. Давай. Робу вот везу домой стирать. Нормальный пакет пацанский. Давай. От 100 Гц играли они. Давай громкости еще добавим. У тебя на сколько сейчас играл? На 14. На 14 замерзло? Давай. Да нет, нормально. Какой ты трек там хотел? Да. Вот ну это... охеренно динамики играют, охеренно прям. Я доволен.
что-то не играет ничего, Дим. Ну, сонг. А? Попробуй приткнуть этот разъем. Годи сейчас. О, на USB. Вот ветер какой, стой. Ну, это уже будет в следующем обзоре, да? Друзья, так что вы ставьте палец вверх, пишите комментарии. И для вас мы будем такие вот экспериментальные видео снимать как можно чаще. Так, всем пока, двигайтесь. Что, пошла жара, давай, давай. На сколько ставить? Громкость. Ага. Давай 17, ничего не сгорит. Давай. Не мое дело, что тебе делать. Твое голое дело в моей постели. Курю косую, считаю бабки. После второй пятки ты считаешь меня сладким. Я не скучаю, но внутри искрит. Палец заискрит, палец заискрит, палец заискрит, палец заискрит, палец заискрит.